Ты опять всю ночь не спал? А ты знаешь, если этот проект понравится инвестору? Да, то мы выспимся уже в нашей новой квартире. Старая тема, я уже 100 раз ее слышала. Ай, Билли, май, Билли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спина, спина, спина. Сабыржан. Сабыржан, дейм. Бүгін жұмысқа барушы ма едің? Так точно. Ең не ғып жатсың, тұрмайсың ба тезірет. Құдай білет, ана Айжан еще завтрак не сделала. Жулю надо в садик везти, она была түнімен ұйықтаған жоқ, наверное. Работал всю ночь. Ты что ты лежишь? Жуля, сколько раз тебе говорила, не подходи без меня к плите. Все, пойдем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Был не? Ваш палец? Корректор. Был шан. Как ты вчера убиралась? Я уверена, ты люстру не протирала, да? Я сейчас протру. Жолдузку оставь. Ты что, ею собралась вытирать? Кирилокуну. Не надо! Я вчера сама все вытерла. Специально палец не мыла, чтобы тебе показать. Все приходится делать самой. Каждый день одно и то же, одно и то же. Всем хотя бы она была своя. Ну, и что ты там стоишь? Иди завтрак сделай Максатику. Он, наверное, всю ночь работал. Иди к маме. Күлпа? Қалайсың? Бәрі жақсы. Бірсәлеш, менде соль бұтық қапты бересеш. А, жүр. Слышишь, да? Мастер Барго, біздің Айжан переставляет все с места на место. Ты ничего не найдешь. Майра, это не моя мантоварка, а? Помню, кому-то отдала, потом, а у меня нету. Сабыржан, авто. Айжан. О, мы будем жить в макете. Круто. Знаешь что, одевайтесь, умывайтесь. Мне еще завтра. Айжан. Извини. Айжан. Пап, нам как всегда, зубы и косички. Угу. Так точно! Салдырлатпа. Сабыржан! Сабыржан! Успокой свой телефон! А если сейчас я его вместе с тобой с балконом выброшу? Сегодня Айжека на удивление добрая. Добрая? Ну, бабейка. Коза? А что ты сидишь? Иди Максатика позови. Макс! А что ты разоралась? Иди встань и нормально позови. Сейчас я окажу вниз. Алло! Кайда жүрсің енді? Ой, Ильма. Ой, ну что за манера? Говори, не говори. Мыңғық бес рет айттым. Есікті аяқпен жаппа деп. Не слушается. Что делать этой келинг, а?
тряпку зачем выбросила? Но она же уже старая. А то ее подними, постирай, будет как новенькая. Ну, что ты стоишь? Подними, постирай. Между прочим, на тряпку мен сатып алғам, есіңде ме? Өз ақшама. Чужое же выкидывать в мусор легко. Кушай. Макс, отвезешь нас с Жулей в садик и на работу? Сегодня шефиня пораньше придет. Да, сколько времени? Казым, а что ты к Максатику пристала? Посмотри, у него такие глаза красные. Всю ночь работал. Я была? И не поймите, я опаздываю. И не димешь, мама. Мама, одешь, мама. Ну, мама. Сынок. Нет, сынок, ты видишь, да? Ты же нормальная мама, деген сөзді айталмайды. Вот что я тебе такого плохого сделала? Ну! Жонсу, вот как надо говорить. Вот учись. Дети, везёмся. Мам. Если вот сына, мам, как трогательно. И Ченсу, учись у моего сына. Департамент чрезвычайной ситуации Алматинской области, подполковник Кадырбаев, слушай. Кем? Так точно. Бастығың ба? Генерал екен ғой. Дұрыс. Құп болады. Ба, что, нормально все? Не нормально. У меня чрезвычайная ситуация. Мне надо срочно на работу. Ненормальный ты наш. Зачем надухарился-то? Кто надухарился? Где надухарился? Надухарился? У меня же это естественный запах. Баламач? Это же естественно. Чай кыши бізге, кызым, пожалуйста. Чай кыши. Вот надо же смотреть, у нас кисточки пустые или нет. Ой, я сейчас дали кипятка. Свежий завари. Мама, ну поймите, я опаздываю. Аида Булатовна не любит этого. Сынок, ты слышал, да? Какая-то Аида Бардемеевна важнее, чем ты, чем я, чем мы все. Не-не-не, Балам, я с тобой давно хотела поговорить. Ты знаешь, в последнее время Айжан вообще ничего делать не хочет. Обленилась. Чай наливать не умеет. Нормально дома не убирается. Ну, мам. Мамка тетпе, мам, мамка тетпе. Я, между прочим, тоже керенька была. Я в 6 часов утра вставала. Я дома так вылизывала, что можно было из пола кушать. Что преувеличиваете? Я не преувеличиваю. Ты знаешь, я даже на завтрак бешбармак готовила. Свекровь была такой. Не, ну как это можно кушать? Ну мы же не в общаге, в конце концов, живем, а? Ма, ну это уже слишком. Они у нее своеобразный характер. И что характер? Мне что, под нее подставиться, что ли? Что, тихо? Эй, расчаян, гайда сенен, а? У меня голова болит от твоей яичницы, я чай хочу! Что ты там устраиваешь? Ого! Молодец! Кират! Сындыр! Бәрін кират! Аяйсың ба біреудің нәрсесін! Не обожглась? Ай, молодец! Давай, давай, кират, сындыр! Аяйсың ба чайник көп қой біздің үйде? Тем более их бесплатно раздают. Ты это специально сделала, да, шыныңдач? А? Да куплю я тебе этот чайник, ма. А почему ты должен покупать? Сама разбила, пусть сама и покупает. Все, хватит. Хватит. Балам, мы с Кудалар даже пригласили в гости. Чайды не деньги беремез, а давай банка деньги перегонда. Да куплю я вам этот чайник, мама. Ты посмотри на меня. Разбила чайник, еще со мной огрызается. А? Макс, я опаздываю. Ай-ай-ай. Макс, давай быстрее! Успеем, Кутешка, успеем! Мы уже будем жить отдельно. Ты опять? Мы с тобой 100 раз это обсуждали. Я не могу просто так взять, бросить маму с отцом. Мы же не американцы, я единственный ребенок в семье.
Подожди, ну всему свое время. Да и когда наступит это время? Вспомни, как ты за меня замуж выходила, как ты говорила. Вспомни, какая ты была. Сейчас совсем другая. Клялась, такая милая была. Я тогда твою мать не знала. Ты понимаешь, что это моя мать? Зачем ты говоришь, какой-то, какой-то монстр? Она нормальный человек, ты пойми, у нее тоже свой характер есть. Я что, должен вам помогать? Общий язык находить? Да ты вечно ее защищаешь. Ну потому что это моя мать! Я ее... Я ее люблю, понимаешь? Я люблю, это моя мама. И тебя я люблю, ты моя жена. Просто я ее люблю с детства, а тебя я люблю... Сколько? 7 лет? Сколько? 6 лет? А, неважно. Ну вот тогда и живи со своей мамой, ясно? Я на рабство не подписывалась. Хорошо. Ладно, я не прав, извини, хорошо. Давай не будем ругаться. Ну, кутишка. Да иди ты сам, кутишка. Папа, а если мама выйдет замуж за другого, то ты станешь моим биологическим отцом? Так пристегнись. Пристегнись. Вот, Сулай. Майруш, смотри, ты ее разбалуешь. Хиленькие они такие. Чуть-чуть слабинку дашь, ты увидишь шығывала, понимаешь? Ай, Кульпанау, мен жақсы болсын дейм ой. Чтоб она содержала дом чистоте, уважала старших, правильно встречала гостей. А ертең бөлек шыққаннан кейін она мне еще спасибо за это скажет, я думаю. Ага, скажет. Мен саған бір секрет айтайын. Знаешь, чтоб келинки послушные были, им нет-нет, надо шапалақ беріп тұру керек, білдің ба? Я по себе знаю, мои умаинишки, знаешь, какие шапалақы білу? О, я сразу нормальная стала. Ужас какой, не дить. А, айтпақшы, Майра, ты про кудалок не забыла? Я на тебя рассчитываю, ты же так хорошо торгуешься. Нет, поезжай, помню, помню. А, айтпақшы, Калым, сколько будем просить? $10,000. $10,000? Я? Ты что? Кызың әкімнің қызы ма не? А что? Ну ты даешь. Знаешь, я на эти деньги рассчитываю ты себе горун купить. Это все кудалардан яқтыларға білесім болар, байлар ой. Сколько я тебе должна? Бесплатно. Кудалок-то не забывай ты. Ага. Да, не забуду. Ну-ка. А, масло купила. Да, да, купила. Жақсы, не забуду. Давай. Ага. Арзан, не забудь, Майра. Жарай. Намасте. Здрасте. Значит, вам нужны чайники. Откуда вы узнали? Да вы их разглядываете. А. Я не знаю. Если я выберу этот чайник для своей Нешки, то он ей не понравится. А если я выберу этот чайник, то он ей точно не понравится. В общем, мне нужен любой чайник.
Лишь бы она была довольна. Хотя бы на время. А у вас с ней проблемы? Это у нее со мной проблемы. Ей вечно все не нравится. Что и как я делаю. Она цепляется к каждой мелочи, лишь бы задеть меня. Вот скажите, что ей от меня нужно? А как бы вы поступили на ее месте? Я не знаю. Я, кажется, знаю, что вам надо. Ой, он кажется дорогой. Он не продается. Это подарок. Спасибо. Нормальный чайник. Вечно ей все не нравится. Куда? Тарелку. Слушай, Алгоя. Давайте вам хорошие истории расскажу. Когда я работал в военном оркестре, я играл на трубе. Один год я пошел на самоволку, взял с собой трубу и прямо в общагу Майя. Два дня подряд играл, пока она не согласилась выйти за меня замуж. Ай, Сабыржанна, был случай, да. Мыңғырық бәсірет есіздіңдер ғой, е? Одан да сөз берсеңші Құдағыға, Гүлсараға, е? Құда, Құда болсын Құда. Молчок! А теперь... Слово предоставляется. Студентка, комсомолка, спортсменка. Спортсменке, нашему многоуважаемому Кудайгы Гульсаре. Рахмет. А где Айжан? Айжан. Кызым? Кызым? Ой, чёрным. Дорогие наши дети, вы уже 6 лет живете с нашими кудаларами, уважаемыми Майрой и Сабыржаном. И мы хотим в первую очередь выразить слова благодарности вам за то, что вы делитесь своим крошечным, но очень уютным шанраком. Правда же? Дурус. Я. Енді балаларым, не дейм. Счастья Максатиковым, Айжанчик, любви, терпения. Но если что, вы всегда можете переехать к нам. У нас места много. Но все-таки большой частный дом. Я могу к вам переехать. Конечно, моя солнышко. Катрада! Пирштел! Алкоин. Кудари. Алкоин. 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 Куда у вас он? Шыда дейді. Сабыржан, енді Құда тамақшысында ұят емес па? Үсті-үстіне не көрінді енді? Вообще-то, женщина должна слушать мужчину всегда. Қазым мен айтам, Майра тұру орнан бұғыл дейсін барат. Ой, шо Құда? Шо, ты мне не веришь, да? Құда не веришь, да? Майра, орнан тұрда ұғылғы бар. Мы верим вам, Сабыржан, да? Я? Я сказал, бұғыл! Есімді спасен. Я сказал, бұғыл! Қойсайш? Мені осындаймыз, шы алсақ ұятсысы. Қазір. Қойсайш, Сабыржан еді. Бұғыл! Мені осылай, шы алсақ осындай жынды. Құрғыл! Ой, бая ұят болды. Ал, тұрдық. Валя! Ай, Құда! Ай, Құда! Құда!
Саған не жоқ? Шай құй. Мені, құдағы, 1045 рет үйреттім. Мынандай қылып шай құймайды деп. Үйренгісі келмейді. Вот как ты чай налила? Вот скажи, пожалуйста, қызым айтшы маған. Я нормально вам налила. Вот ты себе нормально налила, а вот мне не нормально. Ну возьмите тогда мой чай. Возьму. Ура! Землетрясение. Чрезвычайная ситуация. Вы меня извините, мне надо на работу. Ну, значит, и нам пора домой. Кайтайк, байбище. Да-да-да-да, кайтыңыздар. А ты здесь приберись. Макс, давай переедем к моим родителям. Я тебе 100 раз говорил, я не буду переезжать к твоим родителям. Все ясно с тобой. Смысл? В смысле? Что тебе ясно? Я просто думаю, что будет правильно, если мы с Жулей приедем без тебя. Я тебе перееду. Ну, раз уж ты уже все решила, тогда я буду спать в зале. Не забудь завтра Жулю отвезти в садик. Годовщина тебе. Да куплю я вам этот чайник, мама. Мама, ну поймите, я опаздываю, Аида Булатовна не любит этого. Передай маме, что надо верить мальчикам. И поехали. Ой, почему у меня все тело болит? Я же вроде вчера не пила. Ой, почему мне так плохо? Ой, что такое? Спина болит. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что у меня сегодня выходной. Нет, это не я! Мамочки! Нет, это!
Что вы со мной сделали? Не? Я с тобой ничего не делала. Это ты все сделала! Шинандай, ты! Я с вами ничего не делала. Я с тобой тоже ничего не делала. Ну а как так вышло? Так же не бывает? Не трогайте мое лицо. Это мое лицо. Что хочу, то и делаю. Но это же невозможно. Я не хочу в это верить. Так же не бывает. Эй, жлаваший! Кшкинда кускусо! Надо как-то решать эту проблему. Бисмилляй, рахман, рахим. Бисмилляй, рахман, рахим. Полежали день сақтай көр, полежали день сақтай көр. Аллас, 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 аллас. Бисмиллай, рахман, рахим. Бисмиллай, рахман, рахим. Бисмиллай. Ой, бай. Алла, кешіре көрші мені. Мандавар құрылған үшін. Пожалуйста. Кульпан, сучка. Бисмилляй, рахман, рахим, бисмилляй, рахман, рахим, бисмилляй, рахман, рахим. Я знаю, что нужно делать! Да, 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 да! Я только что посмотрела фильм, правда, он российский, но думаю, что поможет. Раз, два, три. Ай, спина! Ой. А гамаж у нее сильно растянут. Ма? Че? Мы? Ничего. Ну, не, она, не, кель, не, кель. Коленщик кезін бір, ма? Үйдің бәрін бұрқырат. Сабыржан! Сен қайда болдың түнмен қаңғырып? Эй, қызым, сен не жұмысың бар мед? Қайда бардым, қайда қолдым? Какой тебе разница? В смысле, какая разница? А вы пока переодевайтесь, мы тоже. Давайте чай попьем. Все нормально? Что будем делать? Может, им все рассказать? Ты че, с ума сошла? Жанна, они нам не поверят. Хочешь, чтобы нас в психушку посадили? Короче, делаем вид, что ничего не произошло. Поняла? Сегодня чай будем пить или нет? Будьте любезны. Казар Барбулат, не был сон шама! Практикую казахский. Практикуй, практикуй, но мне не критикуй. Будьте любезны. Куда? Что? У кого-то аллергия, я тебя должен контролировать теперь. Аллергия. В мои-то молодые годы так страдать аллергией. А вот у меня ужасно болит спина. А ты ж надо так не любить свое тело, чтобы запустить его до такой степени. Ты мазь намазала? Какую мазь? У тебя под подушкой. И вообще, хорошее у тебя тело. То есть у вас. Вот у тебя фигура. Вот это я понимаю. Да нормальная у вас у обеих фигура. Вы, между прочим, всегда за собой ухаживали. Просто из-за боли в спине забросили это дело. И вообще ты, вы, мы помолчали бы. А что мы делаем? А, да-да-да. Чай налей? Только как положено. Мама, не начинай, не начинай. А я не начинаю. Я продолжаю. И вообще, не мешайте мне быть самой собой.
У тебя все хорошо? Да. Точно? Точно. Что ты себя странно ведешь? Ну, надеюсь, это ненадолго? Хорошо, это хорошо. Бакин сегодня меня пригласил в баню попариться. Будьте любезны, приготовьте плавки и шлепки. Не. Так, а что там было, да? Что-то я сегодня кушать хотел другой, Макс. Сен... Ладно, я там поем у себя в тишине один. Макс! Да, Макс! Полный господь, бугин, давай в баню пойдем, попаримся. Потом ты же не расскажешь. Дайм, ба? Да. Вот, Сабыржан, пожалуйста, ваши вещи. Берите и идите вы в баню. Да. Можно я поздно приду? Хорошо. Я говорю, утром приду. Приятного отдыха. Утром, да? Отдыхайте. Алло? Сызбах, сызбах? Маған сіздің телефоныңызды Күлпан берген. Что делать? Если душа человека переселилась в другое тело. Угу. Душа, говорю. Туф! Айтып тұрмын ғой? Адамның душасы басқа денеге кірсе. Кто пил? Никто не пил. Кетші бар, кәрі қақпас. Кажется, я что-то нашла. Что ты там нашла? Вот смотрите, древний индийский антикварный чайник в 17 веке. Его использовали в магических целях. Есть легенда, что один полководец смог сбежать из плена, но в другом теле. После его казнили, но это был уже совсем другой человек. Во всем виноват этот чайник. Я так и знала, что во всем виновата ты. Че сидишь? Иди чай ставь. Мне этот чайник сразу не понравился. Зачем ты его домой притащила? Ну, откуда я знала, что так получится? Сейчас мы выпьем из него чай, и все встанет на свои места. Опять полный налила. Ну, как вы можете сейчас думать об этом? Вы готовы? Да. Бисмилляхи рахмани рахим. Ал, кеттік. Давай сюда. Местами поменяемся. Давай. Бисмилля. Ой. Ене, кажется, я знаю, что нужно делать.
спина стреляет. Вам легко говорить. Мужчина был. А, да, это мой дядя. А где он? Он уехал. Будет через 2 дня. Что делать? Ой, бай! Батах! Саэт Саутович, можешь поставить оценку? Пожалуйста, я даже елки поменял. Пожалуйста, Саэт Саутович. Я старался, не спал даже. Можешь поставить, пожалуйста? Саэт Саутович, поставьте оценку, пожалуйста. Это... Ну, что у тебя тут? Вот. Поразительно. Поразительно. Как тебе это удается, а? И ни одной прямой линии. И это за полгода, да? Да. Талант. С такими кривыми руками. Саид Саутович, я сейчас объясню. Просто у меня там такая ситуация была. Болел? Проблем? Да. Семейный? Да. Если честно, я этот макет за ночь сделал. Там, в общем, так получилось, что это антенна. Ясно. Yes. Не самое, я тебе скажу, лучшее, что человек может сделать за ночь. Ну, да. Ну, ты помнишь, кому это мы будем показывать? Да. И ты помнишь, сколько у тебя осталось на это времени? Да, помню, месяц. И ты не забудь, что это такое архитектура. Тише, музыка. Пс. Чайник спрятал? Хотела спокойной ночи пожелать и кремберш. Рахмет. Мақсат, а ты куда собрался? Сквозняк тебя продует. Давай здесь ложись. Thank you.
Маскара! А ну-ка, Тиван Хаша, встал хакер! Быстрый сказал! Что такое? Это что такое? Маскара! А ну-ка, быстрый иди! Быстрый иди, я тебе сказала! Давайте. Через полчаса вы должны быть у меня на работе, слышите? Какая еще работа? Никуда я не пойду. Иди лучше, чай поставь. Как мне пойдете? Если я на этот раз опоздаю, Аида Булатовна меня просто уволит. Ничего страшного, новую найдешь. Ну, мама, ну, пожалуйста, ну, как вы не понимаете? Я там 3 года работаю, иду на повышение, ну, я просто не переживу. Нет, это мой. Сказала же, никуда не пойду, что пристала ко мне. Чайник сказала, иди ставь. Так, да? Ну, хорошо. Тогда я позвоню Кульпан и скажу, что вы украли у него мантоварку. Ой, Зани, куда хочешь напугала. Звоню. Алло. Кульпа, привет. Как дела? Кульпа, я тебе хотела сказать, помнишь, я брала у тебя мантоварку? Самое главное, будьте спокойны. В любой непонятной ситуации не забывайте кивать головой и улыбаться, хорошо? Я буду рядом. Аида Булатовна идет, все, идите, идите. Не подведите, пожалуйста. Сәлеметсіз бе, Аида Бердемеевна. Айжан, ты говоришь по-казахски? Ну, я ж казашка. Что-нибудь подсказать? Здравствуйте. Нет, пока не надо. Если что, я спрошу. Что там? Здесь это нормальные цены. Что ты? Это же Сакен Жаксыбаев. Ну, это все уж не модно абсолютно. Он уже 2 минуты как стоит, я обслуживаю. Быстрее, быстрее, быстрее. А что это я? Иди. Работай. Это колхоз. Чистой воды. Салемит себе. А, девушка, будьте добры, покажите нам кардиганы из вискозы. Девушка, нам, ну, вы меня слышите вообще? Не идет это. Мне нужен кардиган из вискозы. А, сейчас. Кардиган вискоз дейдай. Вискоза? Вот держите, скажите, что это вискоза класса премиум. Картинки, да, да. Вот, посмотрим. Классный кардиган. Премия. А у вас есть сливы? Сейчас. Сливы есть? Да не сливы, а слимфит. Скажите, что есть, только в перламутровом цвете. Есть. В перламутровом цвете. Вы хотите сказать, они у вас есть в перламутровом цвете? В перламутровом цвете. Так может, вы нам его покажете? Хорошо. Сейчас принесу. Вот. По
Пока покажите, а я быстро на склад. Сейчас со склада принесут, а вот пока посмотрите. Нет, очень хорошая цена. Это 400 тысяч с учетом моей скидки. Просто подарочно. Не. 400 тысяч? 400 тысяч? Ты что? Барахолкага барып нормально зат алмайсың ба? Там же 100 раз дешевле можно взять. 1045 лет дешевле можно взять. Так у вас что, вещи с барахолки? Ну, конечно. Во всем городе вещи с барахолки. Это же все Китайдан. Сакен, ты знал об этом? Анжела! И одевал меня здесь? Анжела, подожди, я тебе... Я не причину. Анжела, я даже не в курсе, что здесь все творится. Анжела, я должен тебе все объяснить. Почему пошел? Ты представляешь, эта дура хотела эту тряпку купить за 400 тысяч. Это ты, дура! Ты что себе позволяешь? Я не допущу, чтоб имидж моего салона портила какая-то щеглуха-выскочка. Щеглуха? Сама ты выскочка. Поняла? Уволена. Подумаешь, только вещи соберу. Привет, Настя. Ты перламутру из Slim Fit не видела, а? Вы кто? Я Жак! Я хотела своровать, я просто помогала, вы понимаете меня? Ну, отпустите, пожалуйста, ну мне же больно! Отпустите меня! Я сама знаю, где здесь выход. Мама. Давай, кепта Куги. Рабочий день еще не закончился? А меня уволили. То есть тебя. Что? Не нужно то слушать эту щеглуху, которая старших не уважает. Что вы наделали, мама? Что вы наделали? Что хочу, то и наделаю. Ты лучше мне спасибо скажи. За что спасибо? За что спасибо? За то, что вы испоганили всю мою жизнь? Ты посмотри на нее. Правильно Кульпан говорила, что не эти шапалак беру, Кирик. Какой шапалак? А вот такой. Майра? Майра, что случилось? Соображал умер, да? Нет. Что вы? Кызым! Казыр! Коньяк алып кеш! Бол! Казыр! Ан, кішкене ішші. Давай, чуть-чуть. Нет, не хочу. Давай, не ешь им, кішкене. Халай, лучше тебе. Кішкене, давай еще. Кел. Ала. Ой, молодец. Халай. Эй, это все из-за твоей келинки, да? Я ж тебе говорила, ей нет, шапалах берет друг друга, тебе ее поставить на место это. Делала. Что хочу, то и делаю. Ну-ка, сними все это немедленно, журт не айтада. А мне все равно, что там вас журт айтада. А ты куда собралась? Я ухожу. Оставь мне тело, иди куда хочешь. Так ты еще и пьешь? Ты же знаешь, что мне нельзя. Это вам нельзя, а мне можно. Ну-ка, хватит! Быстро все, сними это! Я полагаю, если кто-то это увидит! Так что увидит, сейчас вас еще и услышат! Люди! Меня зовут Майра! Я хочу вам признаться, снять маску с лица! Я самая ужасная и нежная на свете! Я тиран, деспот, я дура! Не слушай!
Снежка, это я ужасная Келинка. Такую Келинку, как я, врагу не пожелаешь. И вообще я похожа на тюленя. Я стерва! Я не дура! Я не на мужике! Я не даю! Я это сказала! Пустите, говорю! Ну, Маша! Нет, не перестану! Я не перестану! Ах так! Что вы сделали, а? Я же его только первый раз одела. Я же только... Я вам за это отомщу! А ну так-то! Тетя Мара, у вас клюпан тате на кудылок позвала? А меня не позвала. Сен хайда жүрсін? Ну как вам ваша мантоварка? Она мне тут у нас. Ну я тебе сейчас покажу. Не! Ах так, да? Сейчас. Не снимай. Ты что? Там уже он убьет меня. Объяснит, что происходит в этом доме. Айжан. Да, Макс. Мам, подожди! Говори. Ты хочешь знать правду? Да, говори! Присядь. Я нормально стою. Балам, я тебя с самого детства знаю. Че за фигня вот это? Говори на... Да это албаста! Купила дурацкий чайник, и мы выпили из него. И переселились с душами друг в друга. Понимаешь, я теперь не твоя жена, а я и твоя мама. Ты молчишь, скажи ему что-нибудь. Да-да, Макс, это правда, это так. Ну, что я тебе говорила? Не поверят они нам. Поймите, пожалуйста, вы одна семья, ты моя мама, ты моя жена, папа, он мой отец. Боженька, Аллах, Будда, Христос, Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Дева Мария, Вселенная, если ты существуешь, сделай так, чтобы мои мама и папа всегда были вместе, хотя бы до моего совершеннолетия. И пусть в нашей семье будет спокойствие и гармония. А еще я хочу новый iPhone 7. Доченька, прости, пожалуйста, прости, прости. Я не держу с ума. Вы меня забыли. Это я забегался. Прости. У меня чрезвычайная ситуация была. Есть мне
вообще какой-то. Знаешь, кто во всем виноват? Во всем виновата я. Это я плохая мать. Плохая Киллин. И вообще, память у меня плохая. Нет, во всем виновата я. Потому что я каждый раз цепляюсь за каждое слово Айжан. И делаю ее постоянно виноватой. Хватит! Мама, Айжика, хватит уже постоянно ругаться. Нервные клетки не восстанавливаются наши. Жуля, прости, пожалуйста, нас, а? Понимаешь, сейчас у нас сложный период. Из-за ваших проблем страдаю я. Папа и Аташка. Мы постараемся скоро все решить. Ты нас простишь. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. А кусаться ни при чем, я ударю кирпичом. А кирпич сломается, дружба начинается. Все, дочь, молодец. Это мы во всем виноваты. Да, мы. Майра! Майра, ты что, на меня обидела, что ли, а? А, Шисинга? О, Куйбан. Эй, Сабыржан! Сабыржан! Эй, дай там мастер, мама, куда? Куда? Ты что ходишь? Давай, давай, быстрее, бол! Шишин, гайда! Болындар, бол, 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 кининдар, кининдар, болындар! Кез, кинсен, кез, кин, 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 кин! Болындар, бол! Айнала, айнала, где ты ходишь? Я здесь переживалась, не трубкаларын далмайсындар. Дайынсындар ма? Куда дайынсындар ма? Как куда дайынсындар ма? Кудалыққа? Пошли, куда дайынсындар ма? Быстрее, давайте. Не деген адам, не екі сағат болды ғой. Естерін кеп қолқылдатам, кеп қолқылдатам. Айтқаныма бір... Что такое? Короче, надо помочь. Она же моя близкая подруга. Я ей обещала с этим выкупом. А у меня получится? Ну, ты же вещи продаешь? Да. Собралась? Кульбан уже нервничает. Угу. Что, не нравится? Я и не думала, что могу так хорошо выглядеть. Значит, нравится? Очень. Ну, я старалась. Не найдем бы. Ей так и генде бәрін мүшін-мүшесімен. Бағанағы мен қалай айттым, тұрыс ол естерлігін ба, құдаларың алды, ұят бақымасын. Сон шақша төледі қойын, балалар енді. Давайте, не подкачайте. Болыңдар, быстрее, 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 быстрее. Келе жатыр ұжаны кісілер. Кульбан, вы мне, пожалуйста, еще раз напомните, вот что я должна буду делать, а? Майра, ты что, прикалываешься, что ли, надо мной? Мне саған айтма, құдалардан, чем больше выводишь денег, чем тебе больше причитается. Что с тобой? Нет, конечно, я буду стараться и... Ну, конечно, будешь стараться. Қайда жүрмін бір құдалар заколебали уже екі сағатқа кешкі. Никакого уважения вообще. Маған бұндай құда керек па? Керек емес, конечно. Вообще кетсе керек. Ассалаумағалейкум, сіздердің құда! Срочно на работу. Я сейчас бахты возьму. Трансформер помощник, куда вы? Я сейчас бахты возьму. Ну-ка, мне. Микрофон, да.
Құдаға бір шапалақ болсын. Ал енді қадыр мен дағайындарына үлкен астың алдында құда болғаннан кейін біздің құдағиға деген бір кішкентай сыйымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ал құдағи, мынау сізге целых аж тысяч американских долларов. Пересчитайте. Я вам доверяю, куда доверяю. Деньги мне ганчо было? Куда? Я думаю, что это аванс. Вообще-то это стопроцентная предоплата. Как говорится, по возможности, слышите? Ну, мы знаем, какие у вас возможности. Смотри, мы же не на базаре, правильно? Слышите? Куда? Ну, вы же бизнесмен, а? Смотри, бизнесмен не гаишник. Каждый день нам не капает. А, вы знаете, Айгуль очень вкусно готовит, да. Вообще-то, любая келин должна уметь готовить. Слышно? А еще у Айгуль два высших образования. Куда же? Растить детей? Диплом не нужен. Я солдатам была бироватхан, ахшамаз нормально бироваемся. Солдаты, куда вы? Нормально. А, ну, как говорится, солдаты, я говорю, что так надо жахнуть. Алжирик, шканик, я не дал. Алжирик, а ну стойте! Стойте! Вы что? Думаете, мы простушку замуж выдаем? Или вы думаете, что мы бедные? Куда ли? Куда ли я же? Айгушка, ну-ка вставай. Вставай, вставай, не бойся. Так, залезай. Выше, да. Ткань приятная. А, уважаемый Худалар, я хочу представить вам новинку этого свадебного сезона, сделанную в эксклюзивном, единственном экземпляре для вашей семьи. Хорошо? Мама, расскажи мне сказку. Ерте, ерте, ертеде, жила-была снежная королева. Это неинтересная сказка. Ну, ты тогда уже все сказки знаешь. Придумай мне новую. Пожалуйста. Ерте, ерте, ертеде. Жила-была злая Келинка. И очень добрая Енешка. Злая Келинка сделала так, что они поменялись душами и оказались в телах друг друга. Но добрая Енешка победила ее, вернула свою душу и отомстила ей за все. Конец. Добрая Енешка тоже злая. Почему? Потому что она отомстила, а так делают только отрицательные герои. Сказка мне понравилась. Ну, все, Жан, давай, спи. Мама, вы ведь меня больше не забудете. Конечно, нет, Джон. Ты знаешь, я вот специально уволилась с работы, чтобы больше времени уделять тебе. Зачем? Тебе же ведь нравилась эта работа. Ты же так мечтала, что тебя там повысят. Ну, давай, все, спи. Марша, пошли, шмели. Осторожно. Мен саған ризамын. Сен маған екі комплығы алып бердің ғой. Я тоже своя миша не сдерживаю. Мың бір жүз доллар саған.
Не надо, не надо. Как это не надо? Ну, Болда, бери, Болда. Вам же нужнее. Ой, Айтпахша, я тебе мантоварку дарю, дарю. Это карелки на бармасе, точно? Нет. Жарайда. Эй, куда? Вы куда? Куда? Привет. Привет. Как прошло? Отлично. Я думаю, что твоя мама будет довольна. То есть, я довольна. Ну, это хорошо. Главное, чтобы ты была довольна, мама. Кстати, об этом хотел поговорить с тобой. Да, говори, Макось. Меня так и Жан называет. Да? Да вообще вы с ней похожи в последнее время. Это очень странно. Мы с Айжан похожи? Да завязывай, ты что? Мам, я развожусь, Айжан. Отвези тетю Кульпан в караоке, она меня там ждет. Поехали. Поехали, поехали. Маме. Ты что это тут делаешь? Аида Бриденкеевна. Булатовна. Айжан хотела, то есть я хотела. В общем, я хотела извиниться. Спокойной ночи. Простите меня. Во всем виновата моя Инешка. В смысле? Да. Это из-за нее сегодня вы меня уволили. Вы даже не представляете, каково это. Ей все всегда не нравится. Она придирается по каждой мелочи, по каждым пустякам. Ей не нравится, как я готовлю, стираю, наливаю чай, убираюсь. Я с ней поругалась и поэтому вам нагрубила. Но я обещаю, больше такого не повторится. Вы просто не представляете, каково это жить с такой Инешкой, как она.
ошибаешься. Я знаю, что это такое. Она выбрасывала в мусор всю еду, которую ты готовила. Да. Она заставляла тебя стирать эти вонючие тряпки. Никому не нужны вонючие тряпки. Их же можно было просто выкинуть и купить новые. Да. А еще она заставляла тебя мыть эти вонючие ноги. Нет. Эй, Аида, кезрек болсайн, аяғымды қашан жуасын? Қайда жұрсын? Мұна бала шағаның тамағын дайындау керек. Қақсыға бермей қайдасын? Ты приходи завтра на работу. Жұмысты қойу керек қосаған. Тебе ждет повышение. И тебе шампанское. Я расскажу тебе про свою Елену. Ну все, беги. Мама, сегодня я видела папу Сабуржана в ресторане с одной женщиной. И как она выглядит? По сравнению с вами, уродина. А ты-то чё, ревёшь? Максат со мной разводится. Ой, Айжаночка. Прости меня, пожалуйста. Это я всегда к тебе цепляюсь. Вечно всем недовольна. Со своей-то жизнью разобраться не могу. А в вашу лезу. Нет, мама. Это вы меня простите. Я во всем виновата. Может, я плохая, Келин. Но я хочу понять, почему вы все время меня ругаете. Ну, чтобы не скучно было. Что? Не скучно. Мама. А между прочим, чайник специально разбила я. Ну, чтобы весело было. Не скучно. Вот так вот. А, кстати, мама, куда лак очень хорошо прошел. Тетя Кульпан была довольна. Ну, еще бы. Я в тебе не сомневалась. А ты знаешь, я сегодня была у Аиды Бердимеевны.
И что? Ну? Теперь ты снова на работе. Yes! Сабыржан, папа. О, қызым, Майра спит? Спит. Ну, это хорошо. А вы где были? Я? Ты? Не понял. Вы? Я по работе. Ты же знаешь, какая у меня работа? Знаю, знаю. Майра мне все рассказала. Где вы работали и с кем вы работали? Кузым, сен үлкендер мен қалай сөйлесесің, а? Ет емес па? А жене изменять хорошо. Это наше с Майрой дело. Не вмешивайся. Да я о детях подумал. Каково им будет? Я тебя так любила. Что? Она вас очень любит. Ой, как хорошо. Да, чуть выше, выше. Как вы классно делаете массаж. Сразу боль проходит. Ну еще бы. Это же моя спина. Я ее как свои 5 пальцев знаю. Спасибо вам большое. Вообще-то я готовлю тело для себя. Эй, тату кайда? А вы что, поверили? Это же не по-настоящему. А-а-а! Ну, она мне даже понравилась. Да? Сегодня мы уже вернемся в свои дела. Да, скорее бы. Все нормально? Да. Как все чувствуете?
Хорошо было. Врача позвать? Не надо, все нормально. Не надо. Точно? Все хорошо. Ой. Майя, что случилось? Все нормально? Вася. Явился наш чрезвычайный. Сильно переживал за нас, да? Ну-ка, пойдем поговорим. Пошли, пошли. Мать, я нельзя нервничать. Я не нервничаю, мам, я просто поговорю. Ты уже нервничаешь, мам. Пас, хватит. Глаз. Ну что, Сабржан, доигрался. Теперь у нас с тобой действительно чрезвычайная ситуация. Уходи. Я тебя больше не хочу видеть. Виски. Сколько градусов? 40. Али, двойной что? 80 было. Играете на трубе? Еще как. Это подарок. Она здесь лежит и пылится. Спасибо, брат. Брат, спасибо. Ну, как вы сами поняли, в нашей семье на одного чрезвычайного стало меньше. И поэтому я предлагаю нашу спальню переделать детскую. И мне нужен внук. Срочно. Ha ha ha!
Ма, забери ее. Ой, Пармай, тоже мне нашлась помощница. Сказали же, ничего не поднимай, иди домой. Мам, ну мне не тяжело. Ну как, тяжело, тяжело, я же чувствую. Ма, это зачем? Внук мой будет кататься. Чрезвычайный болтис. Вот это спрячь. Давай, давай, папа, быстрее. Көрем десем де, мен сені сүйгенім.